Всем привет! Сегодня 13 июня, Московская область. Хочу вам рассказать о тимьянах, которые растут у меня в саду. Начну с этой красоты. Это тимьян ползучий, растет в миксбордере Ривьера. Я его высаживала в мае 2020 года, буквально 3 маленькие куртины. Разрастается довольно-таки быстро. Сейчас его пик декоративности, он цветет. Вы посмотрите, какие красивые, нежные, мелкие цветы сиреневого цвета. Образует довольно-таки плотную куртину высотой примерно около 10-12 сантиметров. Это вечно зеленый тимьян, то есть из зимы он выходит также зеленым ковром. Цветет около 7-8 дней пикового цветения. Потом цветы увядают, но что самое хорошо, что цветы можно не обрезать. Они как-то уходят потом в зелень и также остается зеленый ковер. Это очень хорошо, ухода практически за ним нет. Единственное, его нужно, конечно, поливать, потому что корневая система у него такая поверхностная, паутинная. Полив он любит. Хорошо растет на солнечных местах. В тени он вытягивается, веточки становятся тонкие, листья бледные, поэтому высаживайте или на полном солнце, или хотя бы, чтобы до обеда или после обеда было постоянное солнце. И вот такая красота. Очень любят его бабочки, бесчисленное количество. Ну и, конечно же, пчелы здесь работают. Я его рассаживаю. Сейчас я вам покажу. Рассаживаю тоже легко. Просто лопатой отрезаете кусок растения и, слегка углубив, прикапываете на новое место. Хорошо забивает сорняк. Почвопокровное, идеальное растение. Просто идеальное. Ну, что самое главное, мне нравится, что он вечно зеленый. Эти куртины я рассаживала, по-моему, в прошлом году. Вы посмотрите, какая здесь жизнь идет. Сколько бабочек. Все гудит. Я потихоньку его рассаживаю, видите? Вот кусок рассадила, там рассадила, вот там вдалеке рассаживаю. Это с целью, во-первых, и декора, ну и чтобы закрывала как почвопокровник, чтобы не росла трава сорная. Вот куртину рассадила, вот здесь. Земля голая, не очень хорошо. А когда вот такой ковер зеленый, тем более вечно зеленый, по-моему, это великолепно. Сажайте чабрецы, тимьяны ползучие. Это красота, конечно. Точное название этого сорта я не знаю, тимьяна. Мне, как я уже сказала, отдали всего лишь 3 маленьких куртинки, угостили. И я его потихоньку развожу у себя на участке. Вот тоже поздней осенью я рассаживала. Вот такие маленькие куртинки. Вот такие я и высаживала вдоль фасада дома. Разрастется и закроет мне. Будет очень красивая зеленая поляна. Теперь пойдемте в цветник «Каменный цветок». Я покажу еще 2 вида тимьяна. Следующий сорт тимьяна растет в цветнике «Каменный цветок». Я его высаживала в мае прошлого года. Вы посмотрите, какой он красивый. Я через интернет выяснила, что этот сорт называется пигмей. Образует плотную зеленую подушку. Также вечно зеленый. Имеет мелкую листву и также мелкие нежно-сиреневые цветы. Очень красивый. Для альпийской горки он идеален. Также ароматный. Красивый. Разрастается, конечно, он медленнее, чем первый чабрец, который я вам показала. Но он великолепный. Очень красивый. Зимой довольно-таки неплохо. Без укрытия. Красивый. Мне он очень нравится.
Следующий сорт тимьяна ползучего я высаживала в этом году. Заказывала у коллекционера. Сорт называется Альбус. Постараюсь вам показать. Он чем мне понравился, что он цветет белыми цветами. То есть, если первые два сорта, они нежно-сиреневые, а это чисто белый. Ну, очень красивый. Тоже образует подушку высотой около 8 сантиметров. То есть, низкорослый. Это маленькая куртинка, пока на следующий год, конечно, уже будет побольше. Альбус на картинке был великолепен. Мне такого не хватало. Заказала именно из-за цветов, потому что они кипельно-белые и очень красивые. Вот посмотрите, какой тоже мелкий белый цветочек. Буду ждать, когда он разрастется. Великолепно также подходит для альпийских горок. Как почвопокровное растение. Просто идеальный. Хочу вам показать, что пигмеи я также рассаживаю потихоньку. Вот, посмотрите, как смотрится он возле камней. Вот. Пигмей не так сильно забивает траву, как первый сорт, который я вам показала, который более высокорослый. Потому что все-таки вот этот сорт, он очень низкорослый, и трава, конечно, пробивается. Ее сразу заметно. А вот первый сорт великолепно смотрится, во-первых, почему? Потому что он высокий, и трава не так заметна, даже если она и прорастает через этот тимьян. Хочу вам еще показать, как можно обыграть приствольный круг. Вот, допустим, это шелковица на штамбе, она потихоньку обрастает, растет уже у меня 3 года. И вот так я оформила чабрецом ползучим приствольный круг. Конечно, видите, трава пробивается, но она не так заметна, потому что сам чабрец высокий и не так бросается в глаза трава. Тоже великолепно смотрится, посмотрите. Образует такую шапку, ковер. Что хорошо, зимой, когда снег тает, это уже зеленый ковер. Я очень люблю в саду, когда растет чабрец. Великолепно это смотрится. Тимьян ползучий. Кто как его называет. Вот тоже я рассаживала в прошлом году куртинку. И вот такая уже шапка. Тимьян ползучий. Великолепное растение. Хочу вам посоветовать, если увидите где-то такое растение, обязательно покупайте и сажайте, рассаживайте, и у вас всегда будет цветник нарядный. Зеленый ковер великолепно смотрится в любое время года. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал, подписывайтесь, я вас буду очень рада видеть. Там тоже довольно-таки интересно. Ну и, конечно, здесь на YouTube-канале тоже подписывайтесь, пишите комментарии. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока!